поздравляю с Новым годом. Чтоб счастья, здоровья, у всех все получалось. Чтоб вот буквально все исполнялось. Поздравляю свою семью. Передаю привет бабушке, маме, дедушке. Ну и всех, кто будет смотреть эту передачу. Я хочу поздравить с Новым годом свою маму Елену Пищенникову за то, что она подарила мне жизнь и за то, что она моя самая любимая мама на свете. Я также поздравляю свою бабушку и дедушку, потому что они мне подарили очень много подарков даже перед Новым годом на рождественский праздник. Я хочу поздравить свою бабушку с Новым годом, что я ее больше всего люблю. Я сегодня зашел в книжный магазин в Атоме и теперь хочу обратиться к продавцам, которые там работают. Уважаемые продавцы, почему, когда я к вам прихожу, вы никогда не читаете? Когда я сам работал в книжном магазине 10 лет назад, я читал абсолютно каждую свободную минуту. У меня столько было книг, как можно вообще от этого оторваться. Я стабильно был в числе тех, кто получал штрафы за это. От 300 до 500 рублей в месяц, но меня невозможно было оторвать от пользования этой уникальной возможностью. Ребята, вы потом будете жалеть об этом, пользуйтесь вашим шансом, это важно. Михаил Черкесов, я тебе передаю привет и спасибо за то, что пошел со мной в магазин. Маме, конечно, папе, бабушке, друзьям всем, моим сестре, которая снимает сейчас, другой сестре, которая в Москве учится, вот. И любимому учителю Сергею Васильевичу из РУПУ. Вот. Поздравить с Новым годом свою бабушку. Вот. Она уехала на Урал. Вот. Поздравляю с Новым годом. Желаю счастья, всего хорошего. Вот. Чтобы скорее приезжала. Спорт – это прекрасно. Спорт – это замечательно. Я всем рекомендую заниматься спортом. Сама очень люблю все виды спорта. Ну, или почти все. Поэтому, друзья, занимайтесь спортом, будьте здоровы. Хочу передать привет своим родителям. Я им хочу пожелать, чтобы они всегда были радостными, повысилась у них зарплата. Поздравляю тебя, моя мамочка, с днём рождения. Я тебя очень сильно люблю и желаю, чтобы ты долго жила.